Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ – це науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумщини. В студії постійний експерт передачі, кандидат економічних наук, керівник громадської організації Фонд регіональних досліджень Валерій Іванович Борзунов. Доброго дня, Валерій Іванович. Добрий день. В ефірі я, ведучий передачі, доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Шановне товариство, я, напевне, зараз скажу те, що відчуваю, як, напевне, міркує більшість українців, що ситуація зараз соціально-економічно важка, йде війна, низький рівень доходів, інфляція, безробіття. Напевне, більшість думає, що ситуацію неможливо змінити, оскільки все вирішується в Києві. Отже, нам тут на місцях залишається тільки сподіватися, що не буде гірше. Хтось, напевне, думає, як відправити дітей за кордон, та сподівається все ж таки найкраще, але у ці кращі зміни, верніше, у нашу здатність ці кращі зміни досягти, мало хто вірить. Але ми, громадська організація Фонд регіональних досліджень, якраз є представниками іншого підходу. Ми вважаємо, що зміни важливі і зміни можливі тут, на місцях. Ми можемо їх дійсно здійснити. Ми знаємо, що робити, як ці зміни здійснити. Ось у цій студії телеканалу ОТВ жовтня 2016 року ми доводимо до відома громадськості наші ідеї. Зараз ми можемо сказати, що якісні зміни вже починають ясно відбуватися. Кількість зміни переходять у якісні зміни. Да, більше року. Нас теж не влаштовують такі темпи, але ну, є як є. Днями у цю суботу відбулася знакова подія. На черговому засіданні Центру сприяння регіональному розвитку на це засідання приходить все більше і більше представників інститутів громадянського суспільства, науковців, активістів, просто небайдужих громадян. До нас прийшли представники органів державної виконавчої влади. Тривалі перемовини з керівником апарату Сумської державної адміністрації Дмитром Живицьким закінчилися тим, що зараз ми переходимо у практичну площину нашої діяльності. Валерій Іванович, я так вважаю, що якщо вже така якісна зміна, можна радіти цій зміні. Я думаю, що є сенс ще раз людям розповісти сутність наших пропозицій. Коли ми говоримо про наші ідеї, то ключовим терміном є слово «стратегія». Так? Тому ми би просили вам ще раз сказати про сутність стратегічного підходу, що таке стратегія, чому вона необхідна. Ну, я відтолкнусь від вашого тезису о тому, що произошло таке событие, где мы начали сотрудничать с органами местной власти, в частности, с областной администрацией. То есть происходит понимание того, что ситуацию можно изменить не только сверху, но частично можно влиять ее снизу, на нее снизу. И вот эти изменения связаны с таким понятием, как стратегия. Для чего она вообще нужна, что это такое, и можно ли рассматривать стратегию там, на развитие на нижнем уровне. Если говорить о стратегии вообще, что это такое, то это выбор траектории движения от той точки или от стартовой ситуации, которую мы сегодня имеем, к той цели, которую мы хотим достичь там, в ближайшей там, среднесрочной или дальносрочной перспективе. Вот если исходить из этого, то здесь несколько ключевых понятий. Первое – это то, что я сказал, выбор траектории, то есть пути движения. По сути, инструментом движения – это есть реформы. То есть если мы говорим о том, что реформы проводятся правильно, тогда вроде бы-то мы можем считать, что это траектория или путь, по которому мы движемся, правильно. Если мы говорим о том, что куда мы движемся, то мы должны иметь не просто вот цели в виде каких-то лозунгов, как вот говорится, жить по-новому, жить краще там, и так далее, а мы должны иметь какие-то макроэкономические параметры, которые можно оценить, и мы должны иметь показатели, параметры качества жизни, уровня, жизненного уровня. То есть
качество жизни и экономика – это определяет нашу цель. И вот когда я говорю о стратегии, то я должен определить, а где мы сегодня находимся, то есть какие макроэкономические показатели, какие можно осветить показатели, как я живу, уровень доходов, и что, проводя реформы, что я могу достичь там, к 2020 году, там, к 2025 году, в зависимости, какой диапазон я воспринимаю. То есть, не имея стратегии, в принципе, можно двигаться, но это метод проб и ошибок. То есть мы так достигли чего-то, посмотрели, вроде бы плохо, меняем свой курс, двигаемся дальше. То есть не имея конечной цели и не имея вот такой вот курса или траектории, мы всегда будем двигаться вот в так называемом управляемом хаосе. Поэтому назначение стратегии как раз и определить и показатели, и путь движения, и разбить его на определенные этапы пути, чтобы можно было мониторить, а правильно мы движемся или неправильно. Вот я так бы ответил. Валерій Іванович, ну, ось я що скажу з приводу долучення влади. Ну, до нас прийшов керуючий справами обладміністрації. Не випадково, це дуже гарно. Хто такий керуючий справами? Це людина, яка дійсно бачить усю документацію і знає, що відбувається в області. Ми з вами працювали також у цих структурах, ми це знаємо. Кожен, хто приходить, привносить щось своє, щось нове. Дмитро Олексійович Живицький також привніс важливі, дуже важливі ідеї. Я одну тільки озвучу. Він не говорив про це на засіданні центру, говорив у нашій зустрічі з ним. Він казав про необхідність залучення громадян, інформування громадян про необхідність саме такого стратегічного підходу. От ви часто у соціальних мережах пишете, ну, чому народ голосує за одних і тих же ж політиків. А можливо, у цьому і є відповідь. Треба інформувати народ про необхідність такого підходу. От давайте згадаємо будь-які вибори. Ось виборча дільниця. Ось у мене таке питання. Ви багато бачили людей, які підходять і дійсно читають програми політиків. Як правило, читають біографії. Ну, але біографія – це справа важлива річ, але важливо те, що цей політик або ця політична сила пропонує далі робити з державою або з конкретною територією. Ви освітили сутність стратегічного підходу. А все ж таки певний рух відбувається і наразі, щось робиться. Як би ви це проаналізували? А що відбувається? Ну, от якщо оцінити підходи, які є на сьогоднішній день як в країні, так і на рівні регіону, то, в принципі, і країна має стратегію, ну, от це відома стратегія 2020, яка определяє направлення до 2020 года. Есть такие стратегии развития и на региональном уровне, и в некоторых городах, ну, в частности, в Сумах, там, в городе Сумы, тоже есть такие стратегии. В чем, вот, с моей точки зрения, ну, недостаток таких стратегий всех? Там, во-первых, когда я вот освещал вопрос суть разработки стратегии, я говорил о том, что должна быть четко сформулирована цель. Вот если посмотреть стратегию там тоже 2020, то там нет сформулированной макроэкономической цели. То есть я не увидел там в 2020 году, например, какие средние доходы будут иметь граждане по сравнению с тем, какой там валовый продукт мы должны иметь. Вот таких вот макроэкономических обчисленных показателей я там не увидел. Хотя вот если обратите внимание, буквально там на той неделе прозвучала суть премьера-министра нашего о том, что туда вносятся определенные коррективы и названы некоторые такие вот макроэкономические показатели, которые Украина, страна должна быть достигнута там, к 2020 году. Вот я посмотрел на эти показатели и приведу, допустим, ну, только два примера. Вот говорит, мы к 2020 году должны иметь валовый продукт на душу 16 тысяч долларов по потребительской способности, по курсу гривны. Вот. И что это, хорошо или плохо? При сегодняшнем у нас это порядка 8 тысяч, мы должны удвоить валовый продукт, ну, вроде бы это хорошо. Но если я посмотрю, насколько мы продвинемся вперед, ну, допустим, там, я знаю, по сравнению с Польшей, допустим, не самая развитая страна, то, оказывается, сегодня Польша имеет
2016-му 27 тысяч. То есть мы на сегодня отстаем, грубо говоря, на 30-40% и ставим перед собой задачу к 2020 году выйти только на этот уровень. Но это явно не стратегия. Или там более похожий такой вот месседж, который прозвучал, что наша задача, ну, задача страны, выйти на уровень заработной платы, средней заработной платы 10 тысяч гривен. Хорошо, при нашей минимальной сегодня там 3200, допустим, или там средней заработной платы там около 7 тысяч гривен, вроде бы это хорошо. Но если это переведу в доллары, то мы выходим, не выходим на уровень 2013 года. То есть я не вижу, не могу назвать это стратегией, когда мы реформируемся в течение там, 5-6 лет и не можем достичь уровня 2013 года. То есть это вот то, что сегодня происходит. И по сути назвать это стратегией под тем показателем, под тем подходом, который я говорил, это нельзя сделать. То есть нужно менять понятия, нужно менять подходы к этой стратегии, если мы хотим ну, жить как-то дальше по-новому. Если мы согласны жить на том уровне, как сегодня живем, ну, пусть там 2-3% в год будем увеличивать при инфляции 15-16%, так тоже можно жить, небольшое улучшение. Но это не стратегия. Это я называю ну, рефлексное управление. Мы реагируем на те вызовы, которые есть кое-как, и живем, и пытаемся выжить. Валерій Іванович, а взагалі вам не здається, що у нас зараз немає підстав стверджувати, що навіть ось таке підвищення буде і до рівня 2013 року? Ви бачите які-небудь факти, процеси, які б говорили про те, що це дійсно можливо? Ми бачимо, що зараз відбувається в економіці, ну не знаю, в мене таких фактів немає. Ну, я могу сказать только одно, что хорошо, что такие ориентиры появились, то есть люди начинают понимать, что просто призывать «давайте жить по-новому» ну, уже, как говорится, не катит. То есть называют какие-то цифры. А теперь, если рассмотреть, а какие у нас основания есть для того, чтобы хотя бы эти цифры достичь, мы возвращаемся к сути реформирования. То есть насколько правильно мы реформируем, настолько есть основания, что такие цифры, такие индикаторы мы достигнем. Проблема здесь заключается в том, мы начали много секторальных реформ, там и реформа медицины, и пенсионная реформа, там множество таких реформ, которые якобы нужно. Но они все привязаны к экономике, а реформы экономики у нас нет. То есть если мы не реформируем экономику, то мы в лучшем случае будем работать вот в рамках той инфляции, которая есть. То есть вроде бы и улучшение есть, а реального дохода нет. Валерій Іванович, все ж таки хотілося ще раз уточнити. Ось дивіться, сутність нашої пропозиції – сформулювати чітко стратегічну мету, яка має бути не гаслом, там, доженемо, там, переможемо, покращимо, Україна – європейська держава, а чітким показником рівня якості життя населення, правильно? Там, рівнем доходів, тобто ми… Ну, я два показателі, два таких направлення. Це качество життя, тобто… параметрами которых вы назвали, там, и макроэкономические показатели, то есть как движется экономика. Вот, вот это должно быть ну, обчислено. Не просто назвать улучшение и ухудшение, а это должно быть измеряемые показатели. Так как у нас каждый отчет делается. Ведь по году мы не говорим лучше или хуже, мы говорим конкретные статистические показатели. Вы стверджуете, что в Киеве это хорошо, что они все же таки поставили такую стратегическую мету, но вы стверджуете, что они поставили такую стратегическую мету, ориентуясь на 2013 год, что не может быть принятным, оскільки треба ставить более серьезные задачи. Ну, я даже не исхожу из того, что я утверждаю, я говорю, дайте мне инструмент. А инструмент – это реформирование экономики. Я не вижу, как реформируется экономика, чтобы изменились там, в 2-3 раза макроэкономические показатели. Я дополню вашу думку. Тобто реформы экономики є головними, оскільки на інші реформи, там медицины, інші реформи, потрібні гроші, правильно? Конечно. Де їх взяти, якщо бюджет пустий? Да. Ще раз для ну, більш ясного розуміння, ми просимо ув'язати вас ці тези з поняттям точки росту.
будем говорить, тот отличительный подход, который мы предлагаем, ну, в отличие от тех стратегий, которые сегодня разрабатываются. Когда я говорю о том, что надо начинать с реформирования экономики, то реформирование начинается с исследования точек роста. То есть должен посмотреть по стране, по области, по территориальным громадам и по городу, по каким точкам роста, по каким точкам мне наиболее эффективно мне может расти экономика. И по каждой точке роста, выявленной вот этой, я должен сделать какой-то или бизнес-проект, или инвестиционный проект. Вот. И на основании этого тогда у меня будет уже точечная какая-то работа. Если я даже не выявляю, а по каким направлениям у меня будет расти экономика, так она, естественно, не будет расти. Сегодня мы говорим о том, на таком уровне. Нам нужны инвестиции, там, нам нужны новые технологии. И вот дальше исследование этого или регламентация, так дальше этого не идет. Наш отличный подход, что мы должны выйти на конкретный инвестиционный проект. И когда мы говорим о инвестициях, то инвестору нужно положить что-то на стол. Я не могу с ним разговаривать на языке, вот дай мне гроши. Я должен разговаривать с ним на языке, вот мой проект, если ты вложишь туда деньги, то для нас будет это увеличение макроэкономических показателей, а для тебя ты возвратишь деньги и получишь еще какую-то прибыль. Вот такой язык понятен и для заказчика, и для инвестора, и такой язык понятен, когда начинаешь говорить, а за счет чего я буду макроэкономические показатели улучшать. Вот это суть точек роста, на которых мы все время ссылаемся. Володимир Іванович, ми так вже плавно перейшли до нашого третього традиційного питання, що ми пропонуємо, що ми зараз пропонуємо здійснити. Ми просимо вас, ну, пов'язати з цією подією. От наші пропозиції там звучали на останньому засіданні Центру сприяння регіональному розвитку. Розкажіть, будь ласка, що мається на увазі при задумі там, створення агенції регіонального розвитку, як ми пропонуємо розробити пілотні проекти по деяким АТГ. Отже, загальне питання, що ми пропонуємо? Традиційне питання. Ну, перше, на що хочу обратити внимание, это вот на появившуюся связь и понимание между подходом нас, как общественной организации, и пониманием некоторых должностных лиц, в частности, областной администрации. А появилась эта связка. Вот недавно, я не помню, не знаю, все ли смотрели или нет, а я смотрел заседание областной коллегии и регионального совета, и там среди четырех вопросов прозвучал доклад вот как раз Живицкого о кластерном подходе. Вот то, что мы говорим, у нас, как говорится, две фишки – точки роста и кластерный подход. То есть возникло понимание одного и того же подхода. Вот исходя из этого началось какое-то качественное изменение. Второй момент, на который я говорю все время, это о том, что, ну, допустим, создание объединенных территориальных громад. Территориальные громады, мы все время говорили, нужно объединять по экономическим параметрам. То есть нужна какая-то стратегия, нужен какой-то проект развития этой территориальной громады, и после этого только объединяться. Мы этого не видели, все территориальные громады объединяются без такого проекта. А те стратегии, которые сегодня представлены, ну вот, в частности, 5 стратегий презентовали у нас по Сумской области, они все привязаны к текущим моментам. То есть это нужные вещи, конечно, нужно ремонтировать там дороги, нужно ремонтировать школы и так далее, но это не стратегии, это оперативно-тактические мероприятия, которые должны быть. Мы предлагаем выбрать какой-то вот, ну, пилотный проект, мы его называем, там по одному из АТГ в области, который будет объединяться в рамках, вокруг районного центра, это для нас очень важно, и применить вот эти все подходы, и взаимосвязанность секторальных реформ с экономикой, и точки роста, и стратегическое видение по инвестиционным и бизнес-проектам. И вот на примере одной из территориальных громад показать, что в принципе есть и альтернативные подходы, а не только видеть развитие региона, территориальной громады в рамках одного-полутора лет.
Вот в чем, в принципе, отличие того подхода, который мы предлагаем. Валерий Иванович, в мене в приватних бесідах, в мене я бачу, що деякі люди не розуміють, вони думають, що ми пропонуємо відродити ті підприємства, які ось зараз розвалені. Да? От вони вам кажуть, що нам вони кажуть, що ви там пропонуєте, воно вже добите, розбите, розтягнуте, як його відродиш. Ми у цій студії часто це робили, але все ж таки на бізі. Ось приведіть приклад точки росту. Яка ось модель може бути? Що ми маємо на увазі? Ну, тут два таких моменти. Момент перший, що якщо ми говоримо об економіці будущего, то ця економіка орієнтована где-то, которая будет через 5, там, а может быть, дальше и больше лет. Это совершенно другая технология. И сделать на базе старой технологии вот перспективную какую-то, ну, по сути, невозможно. Но мы же должны и реально мыслить, что вот сразу экономика не может измениться, тем более вот мы достаточно отсталые в этом направлении, то нам нужно думать и а каким образом все-таки и действующие наши технологии, действующие предприятия не развалить и потом новое ничего не создать, что мы, в общем-то, имеем. То есть есть переходной период, когда будут существовать различные виды экономики и уклады, как говорится, индустрия 4.0, 3.0 и даже там, 2.0. Вот. А если говорить конкретно, допустим, о там, конкретных точек роста, ну, вот, допустим, агропромышленный комплекс. У нас агропромышленный комплекс – это ведущий по области, к сожалению, машиностроение мы достаточно загнали в угол. То сегодня точками роста в агропромышленном комплексе – это создание предприятий с высокой добавочной стоимостью. Проще говоря, если мы сегодня в основном работаем на растениеводство, на экспорт зерновых, там, кукурузы там, и так далее, то мы должны в каждом бизнесе, в каждом, кажется, направлении рассматривать возможность построения крупных заводов, мини-заводов по переработке, и вот там будет скачок. Он не будет скачок, как там в цифровой экономике, но он будет в 2-3 раза увеличивать экономику этого региона. Я дещо спрошу для розуміння. Одна справа – виростив, зібрав, десь продав. Одна справа. Да. Інша – виростив, тут зібрав, тут на заводі переробив, упакував, продав. Оце є висока додаткова вартість, яка забезпечить певні доходи і стрибок в економіці, про який ви говорите. Я правильно виклав? Правильно. І в отношении там затронули таке направлення, як створення агентства територіального розвитку. Ну, ми сьогодні столкнулися з парадоксальним таким явлением. Ми говоримо, що нужны проекти, інвестиційний бізнес, проекти, нужны стратегії і так далі. А кто разрабатывать будет это? Вот если, допустим, на уровне там, города, области, ну, есть научные институты, университеты, где есть потенциал. Как бы. Когда начинает спускаться на уровне там, сельской территориальной громады там, или там, даже районного центра, то там нет специалистов. То есть проповедуя вот такую стратегию и разъясняя людям суть этой стратегии, мы должны не просто стоять вот за трибуной, а мы работать должны на местах для того, чтобы там создать свою команду специалистов, потому что люди, которые не понимают и не участвуют в этой разработке, у них нет мотивации. Вот не создав такое агентство или такой центр территориального развития на месте, в каждой территориальной громаде, мы сколько угодно можем умничать, а на месте это двигаться не будет. Наскільки я правильно вас зрозумів, що є потреба утворення таких інституцій, де працювали б професіонали, ці професіонали б займалися стратегіями розвитку конкретної території, без політики, без гасел, без там нагадування комусь, хто де був, чи хто де стояв, хто там за кого колись був. Це ось чітка робота на громаду, професійна, на належному науковому та організаційному рівні. Совершенно верно, потому что как бы мы сегодня не хотели навязать эту функцию ну, управлением экономическим или экономическим отделом, они загружены текущей работой. И более того, оперативное управление городом, территорией и так далее, это несколько другое мышление, чем разработка проекта будущего. Вот должна быть такая структура, которая будет думать на 2-3 года вперед. Это раз. И второе, и это еще надо внедрить.
потому что должен быть еще и менеджмент для того, чтобы внедрить хорошие идеи. Вот такие структуры мы предлагаем создать на базе, вот, ну, называем там агентство регионального развития, с участием общественных активистов, организаций, профессионалов и научной среды, там, университетов и так далее. Дякую, Валерій Іванович. Шановне товариство, сьогодні у цій студії телеканалу АТВ ми говорили про останнє засідання Центру сприяння регіональному розвитку, говорили про якісні зміни, говорили про те, що у нас з вами є майбутнє. Сподіваємося, що вам було цікаво. Долучайтеся до наших розмов. До побачення.